Друзья, всем привет! Это, наверное, первое видео на канале, не наверное, а точно, проверка ловушек уже в 2023 году. Почему сегодня именно выбрался на проверочку? Потому что у нас сняли запрет на посещение лесов. Прошел хороший дождик, немножко похолодало, и все, леса открыты. И не хотелось ехать там проверять ловушки, когда вот знаешь, что в лесной зоне тоже стоят ловушки. Хочется уже все сразу проверить, чтобы не мотаться там туда-сюда много раз. Взял он уже. Лестница лежит, поэтому мчимся смотреть, пока опять не возобновили запрет, так как дальше там опять засуха. Здесь вот, кстати, цветет акация, ну запах обалденный. И в лесу вот она еще здесь белая, а у нас в городе уже потемнело. Пчелки работают, здесь прилетают издалека. Красота какая! Не мог не остановиться и вам не показать, насколько засушлива весна у нас была. Вот уже и лето, дождей совсем мало, как видите, поле и уже трава желтая, хотя еще только 7 июня. Сейчас едем вон туда, в тот дубовый лесок, смотреть ловушки. Так, и вот он, первый дубочек, на который я устанавливал ловушки. Так, вижу, стоит колода и ловушка. Что у нас здесь? Ну, пчел не наблюдаю я, конечно, тишина. А не-не. Вот какая-то пчела сидит на охране, по-моему. Две пчелы вылетело. Интересно. Ладно, сейчас залезем, потом посмотрим. Так. Там колода. Но там движений нету. Как-то так мне не нравится стоит ловушка. Неужели я в прошлый раз ее так устанавливал? Или кто-то уже тут лазил? Такое уже явление не может не радовать. Три пчелы увидели. Сейчас потом возьмем лестницу, залезем поближе, посмотрим, постучим. Может, раек маленький сидит. А может, разведка, охрана там. Посмотрим. Давайте еще следующую ловушку посмотрим. Так, идем еще к одной ловушке. Надеюсь, нас будет дать приятный результат. Так. Заходим. Ловушка стоит. О, пчелки кружатся. Или муха летает, непонятно. Да вроде пчелка. Короче, надо взять лестницу, посмотреть, что там. Интересно, друзья, получается. Ну, вроде что-то летает. Не видно, конечно, что работает рой. Там бы пчелы много летало. Ну, что-то кружит. Там три пчелы. Здесь вон что-то одна пчела летает. Может, разведка. Даст бог, хозяин не уследит. И рой прилетит. Ну, сейчас возьму лестницу. У меня там какая-то ловушка дома валялась. Маленькая. И тоже кину он. На дуб здесь повешу. Пускай висит, мало ли какой раек поздний прилетит, пойдет в зачет. Вот сюда, на этот дуб, наверное, установлю ловушку. Сейчас сюда в дебри залезть и поставлю. Сейчас нужно пролезть вот через эти дебри и туда вон поставлю ловушку эту. И стою.
Вот так установил ловушку на дубе. Пускай она маленькая, ну а вдруг мало ли. Хороший, кстати, дуб, почему раньше сюда не ставил, не знаю. И под лесть хорошо, и под лед хороший, если рой лететь будет. Все, вот так. Комары, кстати, как гиганты здесь. Здоровенные. Кусают, пробивают. Все. Фуфайку надень и ту пробью. Так. Смотрим, что здесь у нас. Оса, видимо, с ящика снимает целлюлозу для своего гнезда. Вон как работает. Все, улетело. Вот колода стоит. Ну, в колоде здесь точно ничего нету. Тихо. Не хотят сюда залетать. Ну, по звуку там роя точно нет. Разведка только. Работает разведка. Значит, будем ждать рой. Пойдемте тут посмотрим ловушку. Залезем. Полез я еще на дуб. Здесь, кстати, тоже вот только что пчела подлетала. Какая-то идет активная разведка. Так, хоть и роя не оказалось пока еще в ловушках, но разведка уже радует. Пчелы летают, это не может не радовать. А мы едем дальше. Иду по полю, вот где посажены какие-то зерновые культуры. И вот в этом лесочке, вот где липы, здесь я устанавливал самые первые ловушки. Ну, за исключением тех ульев, которые я дома ставил. Кто-то в комментариях верно заметил, что главное не забыть, где установлены все эти ловушки. Это точно. Сколько и где они установлены. Потому что, когда уже больше 20, уже все, и разные места, забывает. Месяц прошел, второй, вообще все вылетает из головы. Так, первая ловушка, по-моему, вот здесь установлена. Да, вижу ловушку. Что у нас там? Ну, хоть бы кто летал. Так. А давайте залезем, посмотрим. Ну, никто вообще не летает. Если там работала разведка, то здесь, кроме муравьев, никого нету. А ловушку намазал. Так аромат чувствую за 100 метров. Честно, друзья, забыл, сколько и где установлены ловушки. Так, а вот ловушка. Это я здесь ставил, да, помню, вот в этом дереве. Сколько здесь еще? Там, наверное, две. Я еще, наверное, сюда привозил. Вот уже совсем вылетает с головы. Наверное, 5 штук здесь. Заходим вовнутрь. Ловушка стоит. Никого нету. Я даже не полезу туда. Оно видно, что ни разведки, никого нет. Год на год, короче, не приходится. В прошлом году сюда сразу, в мае раи летели, больше никуда не летели. А в этом году они вообще никуда не летят. Колода стоит. И никого нет. И вот еще ловушка стоит. Хороша. Никого нету.
Да и здесь ничего, ё-моё. Что это такое? Даже уже пшершню рад был. Никого. Ну и что у нас получается из... Сколько? 8 ловушек. Только в двух ящиках есть какая-то разведка. Раёв пока ни одного. Сейчас съездим еще одну колоду, посмотрим. На земле она стоит. Если никуда не ушла. Может быть, там что-нибудь есть. Вперед. Поле, видимо, вот только-только обработали и посадили кукурузу. А вот здесь кинули, видимо, то, что уже не нужно. Так. Пустые мешки. Здесь вот, кукуруза травлена. Один мешок целый, второй, третий, четвертый, пятый. Либо выкинули, либо уже кто-то для себя оставил. Вот такую нычку. Не знаю. Ну, кукуруза травлена. Тут как бы... Куда ее применять, если для себя оставлять, я не знаю. Она не годится ни для чего. А приехали мы с вами, друзья, на болото. Где у меня установлена колода. Где жили пчелы, семья была у меня здесь. В прошлом году прилетел рой. Кстати, на то место, где сейчас мы были. Я его пересадил в эту колоду, к которой мы идем. Так. Сюда его. Ах, комары какие здесь. Монстры. Посадил я ее в колоду. Видимо, взяток здесь хороший на болоте. Нормально они отстроились, прижились и отроились. Сколько раз, неизвестно. Но пчел осталось немного. А кормов вообще не осталось. Все забрали с собой раи. Семья наша не перезимовала. Мало я закормил. Плюс еще мыши залезли, начали тревожить. Туда-сюда. Если кому интересно, есть видео на канале. Осталась колода пустая. И сушь, которая в ней была, я зимой забрал домой. Чтобы пчелы ее не испортили. Весной, в мае, я вот приехал, поставил ее обратно. И сейчас эта колода как ловушка. Я надеюсь, стоит. Стоит, все, нормально. Так, пойдем посмотрим. Может, она нас порадует сегодня. Так. Ох, уже поле все цветет. Так, а в колоде в нашей никто не гудит. Да, жалко, жалко. Я уже не буду разбирать, вам показывать. Ну, там, в принципе, стоит просто сушь. Вон, если видите, через щелку рамки. Никого нету. Но здесь жили пчелы. И эта колода, я думаю, будет привлекательна для пчел. Там остался запах пчел. Смотрите, какая красота сейчас тут на болотах. Сколько цветов зацветает. Вот синие, белые, желтенькие. Вот это да. Колоды ждут раи, а их все нет и нет. Либо у нас пчеловоды очень хорошие и опытные стали, либо
пчеловодов стало совсем мало. Поэтому раев становится с каждым годом все меньше и меньше. Ну что, друзья, посмотрели с вами ловушки. Результат, я бы сказал, нулевой. 7 июня. Обидно, очень обидно. Раев пока нету. Жалко, что не прилетят, возможно, перваки. Могут быть поздние раи, как в прошлом году. Тоже раев в начале мая не было, в июне тоже. Только там в июле начали, ах вы, прилетать. Все, комары заедают. Поэтому, друзья, на этом я буду с вами прощаться. Смотрите, подписывайтесь. Обязательно все буду показывать, рассказывать. На этом я буду прощаться. До новых видео. Пока-пока.